Кенгуру – это вид крупных сумчатых млекопитающих, обитающих в Западной Австралии. Взрослые особи могут достигать веса до 70 килограммов и проявлять агрессивное поведение. Однажды произошла необычная история, когда мужчина случайно спас новорожденного кенгуренка. С тех пор он и его семья стали близкими друзьями этого удивительного зверя. Мальчик, который увидел кенгуренка на холме за своим домом, был поражен его маленьким и красным тельцем. Обычно новорожденные кенгуренки находятся под защитой матери в специальной сумке на груди. Однако иногда, испугавшись, мать может выбросить все, что есть в сумке, чтобы защитить своего детеныша. Вероятно, именно так этот кенгуренок потерял свою мать. К счастью, он встретил доброго человека, который принял его в свою семью. Сначала уход за кенгуренком был похож на заботу о котенке. Его кормили теплым молоком из бутылочки, и он спал с ними в одной постели каждую ночь. С течением времени кенгуру быстро рос и набирал силу. Через 4 месяца он полностью выздоровел и стал полноценным членом семьи. Кенгуру научился кутаться и бегать за своим хозяином, как другие домашние животные. Однако, несмотря на привязанность, мы понимаем, что кенгуру – это дикие животные, и их нельзя держать в качестве домашних питомцев. Пришло время вернуть кенгуру в дикую природу. Добрый мальчик нежно почесал кенгуру за ухом и прошептал ему несколько слов, прежде чем попрощаться с ним навсегда. Я думал, что на этом история закончилась, но 3 года спустя нас ждал сюрприз. Кенгуру подрос и, похоже, не забыл своего спасителя. Однажды утром парень проснулся и обнаружил, что вокруг дома собралось множество кенгуру. Оказалось, это была семья того самого кенгуру, которого он когда-то спас. Эти кенгуру пришли поздороваться и выразить благодарность своему спасителю. Эта история наглядно демонстрирует связь между людьми и животными, а также силу любви, чувства, способного преодолеть языковые и культурные различия.